Если ты уверен, он эти обычные помогал. Ладно, Эйфи, мой, я пошел. Бай-бай. Бай-бай. Друзья, опять остановились мы в каком-то поле. Тут трасса, куча машин ездят, шумят. Провалился айфон в унитаз деревенский, это жить. Так, сейчас будем доставать. Всем зовут Орнедр, друзья, с вами я, Азай. Я сейчас иду в сторону автобусной остановки, еду на Курский вокзал забрать дедушкиного двоюродного брата, жену, и привезти домой. И уже сегодня вечером я уезжаю в Грузию на 3 месяца. Будут прикольные ролики, так что давайте приступим. Привет, друзья, на данный момент сейчас где-то первый час ночи, я до сих пор не ложился спать, потому что мы сегодня едем в Грузию, а это уже пиздец. Я не могу уснуть, у меня вся голова заполнена мыслями, как мы доедем, зачем, что, где и так далее. Поэтому я брожу по участку и думаю, что будет делать такое, потому что машина заполнена уже полностью. Осталось только еду поместить и кофе в дорогу. Все. И где-то через 24 часа мы будем на месте. А вот такая машина у нас заполнена. На полную вообще. Там плюс багажник, стоп, плюс все, короче, заполнено. На полную, полная пара. После 5 часов езды мы остановились, чтобы поесть, передохнуть и походить по травке. Ой, ноги хорошо так там. Остановились фиг знает где, под Воронежем. 61 километр, только 49 километров до Воронежа осталось. Доедем, переедем. И еще всего нам осталось проехать 1500. Да, я влип. Друзья, опять остановились мы в каком-то поле, тут трасса, куча машин ездят, шумят. Решили мы немножко поесть, передохнуть, потому что дед у меня тоже не железный. Ему надо отдохнуть, и нам осталось всего 800 километров до Тбилиси. И мы приедем где-то в 6 утра. Мы в дороге уже с 4 утра, сейчас время 7. Очень много времени это все занимает. Так что скоро вернем. Друзья, сейчас находимся неподалеку от Ставрополя. На время сейчас 12 ночи, я вышел подышать свежим воздухом, пока все спят, потому что я выспался. И у меня лопнула подушка. Ну и что нового, Азай косячь. Точное местоположение могу прикрепить в описании, так что вы посмотрите. И офигеть, в каких местах я был. Сейчас мой дед отоспится, и мы опять поедем. Доедем до Верхнего Ларса. А от Верхнего Ларса уже до Тбилиси там километров 200. Всего нам ехать часов 9. Ладно, увидимся. Так, ребят, осталось ехать 2 часа 28 минут до таможни, но уже видны горы. Только в камере ничего-то не видно. Весело. Что скажешь?
Что скажешь? Вот снег. Жесть, в горах снимать. Ага, горы не видно. Камера маленькая. А для чего может снег? Ну, надо приближать. Монтаж. Ладно, Эйфи, мой, я пошел. Бай-бай. Бай-бай. Да не знаю, что-то он хочет. Ой, он не знает, сколько лет хочет. Сколько я себя помню, он хочет там что-то сделать. Ну, тогда у него это не получилось. Бывает. Эти земли передали вот монастырю. Монастырю, так что он собирается просто там делать. Понятно. Брат его там похоронен. Оно единственное кладбище, на котором решетка стоит его брат. Да, в лесу. Который с ружья застрелил, да? А? Который с ружья застрелил. Он не застрелил. Застрелил. Да. Случайно он не нарушил. Был заряжен. Вперед шел, а ему дали заряженный ружье. Палец потом убил там ружье. Провалился айфон в унитаз деревенский, это жесть. Так, сейчас будем доставать. То же самое, интересно, где они? Я тут ничего не знаю. Где грабли? Позови. Пошли в ее самой заграблении. Так, кого позвать? Вас. Позови. Все. Я позовем. No problem. Идем вытаскивать. Алла, если так, плохо я рида. Посвети туда, мне. Посвети. Вон он. Хе-хе, видно. Смотри, я говорю, что кинул. Смотри, я говорю, что кинул. Саша, отсюда пошли. Садись, секунды. Давай иди. Иди тому. Саша, сюда, ко мне. Бойцы, кинул. Давай, смотри, что она начинается. Вай, шевели, шевели. Эй, гляни, не пшима, мекрда. Дабль, кида. Ай, гляни. Эх, твой дронный ревин твой. Эй, Арги. Да, Серёг. Ты там... Арги, всё. Ну, маху, чем дронный ревин. Хит. Отойди. Эй, где минута. Давай, мама, смегал тебе, да? Смегал тебе, так и негатный, но вот. Вот так достается айфон 5 из унитаза деревенского. Ma la mia amica non smediera, ma!
Так, дай-ка твою модель. Эй, как там у вас? Ой, 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 Се ли пило момече? Не спијани, одно не спијани. Одно не спијани пило момече. Ме ми устави уш. Да може. Не знам кај ле кога. Да тули ја расе пило момче. Аха, и сега ме дека. Одно не спијани ме. Да, сум. Не спијани ја. Ај, 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 Да, сели мери, скажи, гали, гали мандар моди. Гали, гали. Тебе има свера оксида. Да усти тон ми кидам. Каргас на кран, дај. Ти што, не за мочице. А, да. Не да мага свега да кетавен ме. Кац. Али ар ме свег. Кача е. Кај е, али. А. Одбена. А, ај го зет али да оскај пуни го дедам ја. Кац ви негр, ве двелис мајка. Двели ја мара. Такви. Да, сели ми. Да, ми ваде ми не спагас. Да, сели. Дезинфекција. Как ей? Блядь, сука, сводичка, наказывал, блядь. Эх, когда греха фалитат. Сука, блядь, сводичка, не видел, не свет готовил. О, леко, леко. Леко, мину. Мака, мака, дай я аута, помни, так, что мы сами сюда. Вот тебе говорили, мы были в грозе. Мы были пили, мы пили. Давай, чалей! И с ним отгадал, как нахали. Я не знаю, что приели, дорогие, на кого. Я все на фаритах, на кого. Я хали, Виталий. Хали, Виталий. Надо бежать. Что скажешь? А? Что скажешь? Вот мы в Тюмендогеоргии находим. Не знаю, я это место не знаю. О, Боба! Да. Ага. 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 Ром. Мару, Рогура. Мару, Мару, вот и каталогу. Так, так, дискулинка. Баран устал уже. Немного осталось. Зарежу. Мы зажигал там, а спичка ара. Ара, ужин. А ты как сказал? Я тут. Сам ты любишь? Нет. А я бы чал, лучше сатирши, да? Зайди внутрь, зажги, поставь свечку. Марьям, сам ты любишь? Я знаю, есть такие большие кувшины, они заливают. Они там настаивают. Дядя Реза, поедем, я тебе покажу. Там 4 тонны вина лезет. Я знаю. 10 литров. Я смотрел, Орел и Решка. Как это написано? Все, нет, барашка. Да? Эва!
Ай, там один, я тут смотрю. Он уже все. Он. When tomorrow comes, I'll be on my own. Providing up with things that I don't know. When tomorrow comes, tomorrow comes, tomorrow comes. Now the floor is warm, I'll up to the sky. And the dark heart bombs, I won't fly. And I sing along, I sing along, when I sing along. I don't know anyone I can chew and lie. I look around me, so sweet life. Stuck in the darkness through my flashlight. Getting me through the night. Gives out my heart when it's shining in my eyes. Feel like it's a sweet life. Stuck in the darkness through my flashlight. Getting me through the night. Друзья, все сошли с ума. Мы тут слушаем музыку, играем в футбол, играем в волейбол, делать нечего. И сейчас на интернет еще не провели целую неделю в Грузии, а интернета нету. О, будем учиться. И на сегодня у нас я начинаю новую рубрику. В каждом блоге будет новое слово. Сейчас это слово гайде. Понял или нет? Ну, поехали. Ребят, на данный момент мы идем в магазин. Я тут со своим новым другом Георгием. Он чуть-чуть понимает по-русски, я чуть-чуть понимаю по-грузински. Все-таки неделя. А неделя это уже многовато. Мне тут еще 2.5 месяца оставаться. Даже можно сказать 3, 25 августа только домой. Так что будем жить, развиваться вместе с вами. И второе слово видео это будет... Второе слово какое будет? Ладно. Гамарджоба. Привет будет. Ага. Как говорится, решили прогуляться в лесу. Хай-хай. Давай сюда телефон. Потеряешь же, а потом еще мне опять покупать. Пошли! Взял с собой штатив на всякий случай. Давай. Не падай. Бедный баран недоразумевал, что его зарежут сегодня. Какая мерзость. Смотреть страшно. Ну что ж делать в Грузии? Такие обычаи. У нас будет выпить вина. Короче, я влип. Так, топорик. Блин, все пола. Первым говорится. Я не понимаю грузинского, а тут что-то говорят, что-то болтают. Я вообще тут нифига не знаю. Но зато красивый вид смотреть. Фиг знает на какой высоте. Фиг знает где, но тут жарко, очень жарко. Друзья, так как мы около храма, тут материться нельзя, скажу коротко, это полный пипец. Барана режем. Так мерзко, так противно, не могу смотреть, так что отошел подальше от него. Кто захочет, ссылка, как его режут, в описании, ВКонтакте у меня будет. Ну, это такая мерзость. Вот, стою, любуюсь горами, любуюсь природой. Всякой фауной, как еще назвать, не знаю. Ну, сразу анонсирую два проекта, это House Make и House Tour. House Make это я буду сравнивать, что было до того, как я приехал, и что будет после того, как я уеду. Ну, нет, то есть до того, как я приехал, что было, и то, что станет, пока я здесь. Буду дома строить, как объяснить... Буду дома, свой дом обустраивать, обделывать. Буду огород копать и так далее. Вот что было и что станет. Как квартирный вопрос, может многие смотрели.
Так вот, и второй проект House Tour. House Tour это у меня будет, будем ходить по всяким церквям, всяким домам, в гости, будем сравнивать грузинские обычаи с русскими и так далее. И третий проект, я открываю свой магазин вместе с моим другом Соломоновым, Холомоновым, Рифлексом, как еще его назвать, не знаю. О, имен много, Кортез еще был. Так что скоро вы увидите, где-то, думаю, в середине, в конце лета. Друзья, я уже ровно неделю нахожусь в Грузии. Хотел бы вас попросить, чтобы подписать на моего брата и сестру. Все ссылки будут в описании внизу, будут также где-нибудь здесь. Это конец видео, так что будьте добры, подпишитесь. Они будут стараться, конечно, иностранный язык, грузинский, но будем пытаться исправлять. Что еще сказать? Ну... До встречи, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, всем удачи, всем пока.